В Тверской области, как и по всей России, продолжается реализация национальных проектов. Они охватывают ключевые сферы жизни и направлены на улучшение качества жизни граждан. Итоги выполнения национальных проектов за 2021 год и задачах на текущий год. Центральный вопрос повестки очередного заседания регионального правительства, состоявшегося во вторник, 15 марта. Подробности далее. В прошлом году в Тверской области реализовывалось 45 региональных проектов в рамках 11 нацпроектов. Так, по проекту «Демография» в регионе ввели 4 детских сада на 570 мест. По нацпроекту «Образование» создано 8 современных мастерских в 2 колледжах, 90 центров «Точка роста» и региональный центр выявления талантов «Орион» в Вышнем Волочке. Осознанное оборудование более 3000 новых мест в сфере дополнительного образования. Заработал IT-куб в городе Торжок и 167 профессиональных образовательных организаций оснащены центрами создания цифровой образовательной среды. По национальному проекту туризма, индустрии гостеприимства продолжается реализация инвест-проекта по созданию кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море». По проекту «Жилье и городская среда» переселено свыше 300 граждан из аварийного фонда. Благоустроено 79 общественных пространств и 21 дворовая территория. Ключевым достижением прошлого года по национальному проекту «Цифровая экономика» стало повышение доли социальных услуг в электронном формате с использованием портала «Госуслуги». Всего на выполнение ключевых показателей нацпроектов в прошлом году было выделено 17,9 миллиарда рублей. Мы вышли уже на новый уровень реализации. Тверская область по объему проектов, программ и финансирования вышла на 3-е место в Центральном федеральном округе, без учета агломерации московской. Так мы вошли в первую пятерку. Но, конечно, очень большие задачи, очень масштабные задачи. Считаю, что мои коллеги по правительству успешно справляются с выполнением наших обязательств. На заседании представили предложения по нацпроектам в этом году. Запланировано строительство 3 детских садов и школы, 15 спортивных объектов. В здравоохранении ввод 5 новых поликлиник и других объектов, обновление медоборудования. Всего предстоит реализовать 224 мероприятия в рамках 48 региональных проектов.